Кеннен, Кюнди, Кюх экранынан көрәтчілер, әйгіне барығытын үлі үйәріқ неделеті түміктәмітінен ететік істіңнік әғардалибет! Ура! Долаттырына кәнеста бұ үйәріқ неделеуі деме түміктені сағатыгінен тиен кәлі оны боларын күрдің. Бұ қаз бәтінісі ақсын кейхә тоғыз часын сағатылы етінері көдірі кампания етінен өтілілер онына дейін бері бітер әйгіне барығытын ұрыды қалы көрсімет әғарда барығытығыр. Бейгіттен тәйімен доғатыр бұ беремеға бұ часқа бейгінен бергі болың. Мантын кейхә бейхі олыстен ендіріне бері көтіп тауай таққына бұ берені өті әкәлілер. Жәрі білігіндері әмірі. Онна миген күтті ұйтығар Долын Бориса. Долын. Долын. Долынның бігеге бастықытын ұйтығыр. Очы миген қаддері жүші дейлері олы ведущийдерін. Олары тағыджар. Бәті, аға, бәті нар бар дейлері олы. Атын, мен хоқ бір наға шөйдік. Так, Тоға дейді қына бүгін алтынне сүрбе күнігер аңдай дұтағы асшыттар, оны кондитердар күннірі. Оны ажы меха отай әттәк тема. Ағыр бұнда әбілебін, астыр бұнда әбілебін. Онын бәйім ұлыс асынасына мүн кәлбетін бүгін үлі бәр. Онын жа бастықы өжіттір бұтын көсін кәхәбі. Көрсе қайында отыр. Ол күрдің бүгінгі беремет маңдай ғыл жүттірі жүкускайдағы өңі технологическай техникмін мастыра Зоя Готовцева өрін әчетінен 400 курсы студиона повар кондитер Айна Барбасытова ұлын өл жүтті келдер доғаттар. Жәрі күнді өжіттір бұт үтіне кәхәне Зоя Айна. Наға чүгей бейт Зоя ден аттаға бекінде. Мен Зоялар көрістақпынан ол сүйерімен. Бағағанағын. Оны нағачығай айына ұстудион түр дискурс. Нағачығай бұ формалақ, ашчыт форматын кәтін кәлі. Әйгіне ғардалибет бастадан тұры бұ иделяқ бұрағаны күтінен деққа. Бүгін бейға повар ашчыт кей күйіне біт оның бұ әйгі әғарда ұтыстығын ана атақы болықты. Айыр тұтар үләғатығыр үрдіктен үрдік сеті хейлері. Мақтал. Настроение қайдағай? Құлайы бағыты бақыты ба? Жәр, бүгін бұллағана әйгі бұл бағасы бәғіт үйдәғі тұғынан кәпсән, бұл біліңгі үйеға бұл повар үйдәті түхі нұчылы тәқі актуалнай үйдәтін бар. Бастан тұрын ғаддалевін дә, біргел үйір жандар бұн, асту жандар бұн, бүгінгі профессионалы бірақ негінен ғаддалекпін барымын. Әмейті ғегет әлгітігір қиывын. Күттіға бұн. Бұ үлелері сізден нәк болын, тақсыл ақ болын. Онда үлебет жата бігені художник күрдіктар бұд, скульптардар бұд. Онын творческай үлелері. Жан болық бұд деген. Наға чүгей. Бұ повар еді деген бары бітті, үйерің бары бітті. Қайдық керен өренемді, қасыл өренеміне, үйдіне тоққа өренемді дейді қауында. Бұл техникум бұд, повардар өрді бет. Бұл повар үлеті нағана адалақ. Нұрық бұл тоқтелеттелер, ресторандар бұд, кафелар бұд, столовайдар бұд көрі түрді, барыта сақайыра бейтін. Үлетті беріңден күнәйі көрді әдір оларса. Олен нұрық надалақ үйде. Бұл Россияға дағыны повар үлетті топ 50 кесір. Әйкі! Отонлық бөде жоң бары тағы сырды тұрын ағыр, әбек кәбе ағыр, кәбе ағыр, күнәйі асайданы деу Өтшоғына әйе өрек қатын бүйтерім барын, өлі қолыр бұлаларығыр тоқтағаны ұстықтар бұқтыр. Оннық, оннық. Барта бұджағы күрдіқ. Әсен оған керерім болу. Аға, оннық күрдіқ. Манна барауынды, онына кәлемінді де. Кемерәл баққанда қайыр. Иддер, аға, онтан жеталандар бараллар олар бұд. Жа, айыны бұл ұлық әлбақ байына кепсе құрдың құтырған, аға, әнің омнотер дискурсқа берді. Олады бітерін әрәген бұл әсі? Бітерін әрәген, бұл бітерін. Диплом менің бұл. Онтаны тай хағалан әрәген. Бұл дипломны үлі бір тұғы асасты бұнды, әбітар қайдағы тұғы, үйінің қайдағы
Ата шейн ол бли экзаменге олар ачылар асиллер имтихан халында ата чиге. Онда оларды хиге бегатер кухня ду битер класс күтүп үйөрүнө ага. Ага, бехани кондитерский сыр, то кухня бар, матросова, Чернышевского, икеринен бар беха. Ага. Үйөрү кыр кадды кыны чечен ол. Кырдык тети ишиген. Да? Из Курска, отличница буду. Был имя, он был им день рынка. Вот он выкиняй, а со ста до ста галай бакында. О, если бы веренерим днен, если улели хиджавын, хатру если бы яка ноябрь, ика то практика вот хаунар, он уже ханек ресторан бар бутын тукуй тухиджавы доллар. Уже бэя талат инин да, ханек ресторан. А тут о хатак талавны, он ресторан бэя тухтар дахтар. Бэн хатак кухняга барыргынан, азиатская, европейская или то мучалы, хахалы, тоха. Кухняга дядя. Кухняга. Он на вертел, а яха бартын вертеллер, да? Яха. Кухняна бартын. Бартын вертеллер. Да. Мен плов на хаблю, плов на танастыгин, да? Ага. Ай, казанга бус под плов тен атын, сковорока бус под плов инете бартатын. Он тети тох тенге тагаяту, аспын ахар тустан бистак пэти, кемера таптау пынен, джиньяхту, бидер уйерага тибадак бу уйерага охоки хиден боларды. Это оправдание, думаю. Все в какой-то оттахан, да? Джарау наина, Зоя, бьеха, табу куранах, лилях, кальбетах, тэр, маттандол, джарау наметри. Харах подбара турар, нашей, были ароматы, были, тох тебе ты в студии, значит, тох и джакалигит бьеха, джарау кассе. Бу крем-суп из тыквы. Суп табу? Ага. Ага. Крем-суп. Крем-суп, ага. Крем-суп. Хою. Вот. Закуски, холодные закуски, тарталетка. Холодные закуски ем. Ой, да бля, хама жал курдукте. Ага, тар хава качал. А, так тох тени, бу тарталетки. С чиром. С чиром? Вау, коры гэрэ бу, коры ачилер бетер курдурёкка. Ага. Ага, красотаде. Тым сырын, бахал сырын. Молекулярная кухня, дем курдукта бу? Беги подача, вот игар молекулярная кухня, на тут тунны вот. Холубра, бу лимонтан, икра урду вот. Кордорюк кара, чугастан, ага, на кордорюкка. Лимонтан икра, бу гречкатан попкорн, это новая подача получается, и кружева. Ой, бу кружева. Бу кружева на мигивин, да? Ага, это уже чипсы, это из муки, масла. А, да? И краситель. Мен на сырын тропа. Ақсы еқат тікірдей. Маған бұл барыта хені для тоқтар. Да, на чөйде. Кырық селеме, селеме, селеме дәл бәң қалды. Да, бұл падашаға ең бартер бердерлер бұлда, да? Бұл бәті бұл формулядері бұл ұчылы тақына. Кергедер, қайыр, оны кергілін тағына сөм мен неге істен бұл ұқтақ ба? Ола теге астан барыңғыт, аскытын қайығыт та бұл бәғат бұры болады жегіт. Мана қарачылар бұл көдірекқа түркіңіні крем су. Да, бұл тұлы бадым, Зоя, бұрсы. Қырдық Бля, это лерди. Путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Или механу. Ага. Механу еще идет астыр. Хайкалар бәлір маның оран декорда, декор оңырықтырын хәт. Ютубқа, инстаграмға хәңәрін күрәчім бәйім. Аға қаддақ падачыны қайырға, онына молекулярна кухняны маңды күрәчім. Запрещенный в Российской Федерации организация едем, да? Ол онына. Ол рецепт сұрынан бәйі жевтер оларын аған, енде болар бұла. Олады әйгі бұл оғылыру астырға өрдір бұла қатты. Олару бұл традиционный да кухняра бұл баққа, сайындарын топсарам беректі ақпетті. Бұғалым бұл чүйір істебікке бұл ақайырын бұлға бұллаға де. Оны бұрастой дөк біленде керікі дастырға нені даңыр баққа, өсі маңды көріңіне мен күрдірі бұл тәп оларға. Олың кенілер үлілерін, бәйлерін топсараллар. Да өріқтерер ұрығатар оғылар балырды. Т
ханна хох полохта. Да, мол, это асастылларын ырғаталлар дендо битер теориял, теориятын мөлбәқту, исихэл, бәғы болу, да, ихне қағыстаққына. Ага. Барата практика ду. Практика бұд, әлбәқті болдыр, бір теория бар болу, ази. Оны студияны рұқтыр хүрға дилі, туллар асырдаттын енді, онда ем бір бар ол. Қанды бар өрекқа бар өрекқа бар бар өрекқа бар өрекқа бар өрекқа бар өрекқа бар Ота бұ айын әттігетті молекулярный бұл көрді бітті Ота кейінелер кейін көрдіқ біне молекулярный білі туыры мәндік бұру Ейін тақсар бақты Туыры чаманник бир точка инжилия курдук. Он хиллер, он отой туре были кусам танакелер, а раз эт ам танакелер. Он курдук болар, да, молекулярный ген. Он какистер. Форма то нулар там береви. Ал бара бу бихе чире мэля хаява тут, бир петют, подача лава тут. Он бихе крем орон берди бит. А, он кевит. Ти эмин бу мана коробине бу, жалея курдук чир дианы вон, он тум бу, да? Чирым бу хаджет крем. Основа болан, а бұл лимонный соқтан. Басты бет. Наға шөйдік рекламалаты күрт кеққа, бұны күрді бұру болан, олы бұл әпсәті. Ола, онтын, ман кені еті, бұл хақа ағығыр молекулярный кухня хатаныды, хатанар күқ тақты. Мен хана бір сатаны. Хатаны үқ тақтаны, хайды үқ тақтаны, яғни бұл бұл ағас бұл просто өйдірді бірлі бәкке ресторанға болуын, кафеға болуын да. Да. Хайды үқ тақ. Ой, өйт. Мен басы мұны жәбі. Аха. Емде. Мені кетті қаған. Барқа мақтал. Доставка. Уа, ото көріңе дөшейді. Қолу бұр, онты маңның ғаңа жылғы оңырғық бұн бағардық бұна ұрыс қантын әйттейді ұнда, ұрысы. Әйттейді ұнда, ұрысы. Әйттейді ұнда, ұрысы. Әйттейді ұнда, ұрысы. Бұл аманғына көң бұр олады маңның бүліудені ағы, оныңтың әйқа барға мақтал, айыр тұтыр өлеғат бөлсетейлі Тот-тот-тот түрдіндер жылып. Оныттан әйге өрек қатегер кейрен бағалақ әдір үтшеттірге түгі хүбәлеті кетей. Құттан мақ кәрәлілер дұ әбетір? Тұрымыт бұ повар болабын жән ханалақ оғылыр. Білін арағынай курстарда балылар дек, бі техникум бұт персональный пробы ұта өтсе. Білі кейтін бұ профессионы бәтігер ұлынан көрінденсі, оны білі ғаразы келбәкке. Оныдық кінам барын хөбілі айтағына, кене кәлін ұжы бұ хүрбет өтілгі, бұл күтчі кәлін тұттартсар, бейгенен үйрет әбет, онына... Такая лапа. Ой, наға жүгенде. Ой, бақтана бұт, ғаджеттар бұтығар. Өлзеттан кәлдер Зоя Готовцева, онына Айна Барбасытова. Барға мақтал! Дері түйке әбулын доғаттыр бейғі күрекі үміттігінен тиен кәлінірі доғаттырғы тағанша қар бөғіті оны әйгі көрі олар ұғыт бейғі телевизиядегі дегер онына ден беріне. Әтір бұл ұлаққаты бейі бұға эфирге үлелі бет, қасыры айы күрдік. Онына бейгені күтті көпсетеге қаянды күтті қытын хөп, әйте WhatsApp номері тақсыға онына қаянды құрыярын, ұйтылар күтін әтәрін. Оныттың жәрі дағыттыр бейі қа. Жәрі. Өджетті кәлі опыттақ асчыт Алькор Иванов. Доқтоны дәсті. Повар или бу? Повар или это как-то меня с айкаран. То только да чё. Я алкор. Эгар ты волотен эйгин. Кричит ты тогда бу. Идеалах. Браха никогда не кумбиден эйгин эгар ты любит. Ма. Повар был ладе. Повар был. Стане повар. Повар был. Касу. Повар да. Повар да. Вот он нам много не слыл. Онисыл. Онисыл бұға асастар. Онисыл бұға асастар. Айкеп, күн бүгін яңы де. Күн бүгін яңы ла. Жәті тұғына білейін ағады кәпсәте. Қара арген алан олыруққа. Зоя олам, ол кәлбете. Тұрды, әрба тұрды. Атыдар тұрар. Тұрбаққа. Жарал Кор. Кәпсәте бітін ағалыққа қанық өрек күхетін бітер біккені. Оны тұ Идене бағалық бұн бағарауын дейін әйеға қастастаққа кәлбетей, оны тоқтан дейін күрдік. Ие қантыл бұл күлі. Тоқты қабей, мен бәйім 2-тігінші 10 ғылға қас қолын бітер бітем. Оны түн үлелек қанады олды, әр кейбім бұл. Туыры түгінің қанады? Туыры түгінің қанады, оны өрек бұғығыр барымын ресторанға үлелек кербетем гардеробшығынан. Шуба ередім күхін көрөйш. Шуба ебін, шуба ебін. Оны күджіммін кері таққа олтырғы тілбесістім, повар олтырғы тілбесістім. Онтан бір түн кәлін шеф повар бұд туу таңасы үй олар арынан. Бейхе қабарды бұд, бейхе қамнас бұтшығай, постоянна тұтығы жән, ұстудияңы неген болады.
Оның жы болла. Очылыға астыгын. Очылыға астыгын. Бәм бәйгар болла. Бәм бәйгар астыгын ба. Ем мені повар. Олеген оғар дәқпеттен аз әйгетер жүй болымын. Тойыз нақпын дейік. Оның күрдік болла. Оның Якутский технологический техникум сервисі дейінгі бұл кәлін кеп сән бардыла. Оның өрім бітім. Оның бітер бітім өрін. Қыл дипломды? Қалан кеоқ. Оның бидер ол үстіжонды ұжыңын, номыны ән шеф-поварын өлелік. Не, ол шеф-повар бұл обычный поварын. Бастан кәмәлі хәкер бет. Кәмәлі хәкер бетем. Да, гардероб. Ол тұғатындағы. Простой повар, шеф-повар. Тәмі қолуыр білбәппін. Шеф-повар, получается, кене кухнені бартын жағайыр. Менюнің орар, сервировкатының орар. То есть, кухнетін даже кене вытішкетер тетірдір бұ бәйді бартын. То есть, кене бартының орар, то ханна тұрарын кене распределяйдыр. То есть, Антон поварың уже бәлемге келер, бәлеме астыр, бәлем ағайлар, астыр, туда топ күйді абад, кене. Уже готовыйға олар. Олады повар боты маның бұға тұтан бұра, әтіргілі бұға-бұға тұрар бұла, асты-асты тұрар. Оның қас повар бары бір топқа? Бір сменаға, например, кухнегер 6 кей бар болады, среднем. 2 горячка, бір холодный сық, мясник, пекарь. Ол етене көрәтік бұғарын бердіққа көрәтшілер бітер горячий дену табілетті. Мин, итиястыр бітті. Холодныйдыр, де салаттырын керелдер, закускалар. Да, нарезкалар. Оны чана питки тұспа болады, чай, морс, оның мұнықты. Оны выпечка. Выпечка, кондитерс. Кондитерство, оны выпечка денеме ұраты болар еті. Кондитердір тұспа, выпечкеме тұспа болар. Оты білеген жабы күйоқ экраны. Көрі бітте, шеф, кемері битва шефов тұғарычы, дейді повардыр қамандылыла күрістігілер. Әхе, тәрек көбе ғад жатарлар, кафеға, ресторанға кейрі-кейрі барытын сұғы ғылмықтыр, маңнық тұру ғоқтақ, бұ бейкені сұғы ғыр бұқыт, бұ ағы сұғы астау күт. Әхе, оны көрін, қадыр бұ кәлінге кемге, бұ асчет идетін ағайынна бұғыла. Бәм повар бүндемін бұ 5 жыл бол алым бұдым, бәм ұрбайник бұн. Именно бұ профессияны бағалан, манан беге қатшы бұтын зарабат ойым, онына олық бұтының ұстау өттеп көрді. От әте передача дейбік кәділі, ревизора ден бері барды дейді. Бері бар, аға. Білі бәлемекеліллер. Бәлемекеліллер, оны оғы беге долын, беге... Бәлі повар болып бұтай біте ол тұртығыр долғы еміп бұтай. Ары еқі кәлінлер, кемді әріп бітіқ, Лена Литуча кәл біт, жамақ мағабетча кәлік, маңнық барытын ғына ғаджар, бұл алькор кухнетін көрөбін дейін. Думаю, все было бы чисто, то есть без проблем. Ол бағаны раз. Ол бағам раз. Ол аты ән білін шеф повар бұлан, де? Білін урбайникпын мен. Бәм әмі асасты бұн постоянна, то есть интернет фильмегер торт атылы бұн дек қаға. Оны бәм астығым? Бәм астығым барды. Отан ғай баққын ең дәді? Отан, мен ғынен ауын науырыт асастан. Ай, да? Типа, мен медитациям болыр бұл. Эксперимент ең оғарғанды бейдір барда туынан болырды. Каждый раз по-своему, каждый раз по-своему. Настроение атайын тұтылықтақ? Тұтылықтақ, тұтылықтақ, айдақ тұрын. Әбілі әбіді қағым бар да? Бар, бар. Қоңғырды мұнда? Бар, 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 бар. Бәң хевәккейін енді өкіндіген. Кеме әкірі панрайдса. Бәң қолыр түгі әбілі 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 әб Туғы хебеккен қолығыра. Жондар әтсе ебеттер, қан ебеттер. Не, такого, онның қоқым еға. Бардың хейген. Бардың хейген. Қолығыр, хақ ағын бардың хейген. Хақ ағын бардың хейген. Әбілігін. Конечно. Үсірақ біттен. Хамай туға әбілігін. Хамай. Қартта, қан. Исмине. Балса зоя. Кергенмен бастық үйгілдәйіне бәр, тоқы жауар бұдымды ісмін әйірді чайной ға 35 айға. Бастық үйгілдәйіне бұдымды қасып кейді. Исмін әйден ағу бай бұл. Оны білі кергені ақын? Кергені ақпен. Кергенің асастава жетті? Кергенім астыр, кенеші. Бәмі білі әбіпін еді. Қайдерім ғыр бүкінен. Оты да, доланманық етшілер деп әлі асчыттар. Үлелері ерден бұғылайылар, оны жиелері ер ончу, аставаттар. Оны білі маңық дейтілер де, ой, жа білі кергенгер повезло, ең білі повар кергені аққан, жа білі кенері астыры болу кеғе. Оны бұғатық дейтілер де. О, мен астығын. Астығын да? Астығын. Ота оны чүгіс жонларым білер, жонларым емі астығылар бар, әкеттерігер. Астығы әм бір білеген білі, кто дома дейі күрді, кем жеға барынан, кем бір емелі ағына, мен астығы тақын дем
Блин, бастанута тох тем барди, букетно шоколадный период тем бар. Конфетно-букетный. Завтрак в постели. Айка. Ой, ваша от души, он у меня стана галанге. А? Ага, дабы... Аспауты көсет ұрыл? Көрәтшілер бітігер алькор астауыт. Бүлілерлері көсет ұрылла, уай, наға чүгей. Ага, тоғы бейе қажабан бұ, наға шы астырты дағалып батын. Эфир көнді, ағын эфир көнді. Дәбілігін ұлға. Өйдәу әді құпінсі, өйдәу әпер бұрыстығын Анығызкіға? Есті қалық, білейді, үш білейді, есті. Гарячая, бәлі холодный. Ага. Он напиток. Айықы ол жүтті көлек біт. Обязательно. Аға, бұл хенгар ол. Оттан хамы хөбілер білейдің жағандығы туғы астынасына астыдың бұл хараңыз. Үстір аққаттар ол. Үстір аққаттан өте қамын, қарттабын. Бөрдір бүн, бөрдім торду, алаж бүн. Бұғарары кейі барды ғаты? Онтың жібілі қаны, күттан, ұнағы бүлі... Бар, ғаме ғаты. Басты күттін, да? Онтың бардын күттан қаян. Тәсті алар егінде? Хоровар тәстер. Көрі әжі қанады. Да, ота бұғарды астатын, оны келеңдері жонлары ғатыр бұлан. Ебі текендері ән асқына ғылар, оны әбіләбілік түгендері ене барды. Чәйіне, мен бәйім бұ урбаник түрімден түргенаға астығын, мен паркаға, городской паркаға, меға проходимыз әлбіқ олығын әлбіқтен, күнгі там үстігі ағар енде бекірдік. Но, конечно, бір балылар, оны жындар, кемері луғы хөбілі әбәд, бұ білігін тем болы, то есть луғы хөбілі әбәд жын бар, оны әппәке қал алып болыр просто, оны әтелдер маны следующий раз тем Тұрым көстәвейін, атылы бүйін. Аға, чөйде білі, кейнелер кетәтшілер бәт білі, зафиті шефа. Айын білі, ағар ғабіләйіп болықтарына бейтір тұғыр ғабіләйіп болық. Әні чоғына тұтатына. Мен оны көстен тұрымын, бәм, просто көстен тұрымын, асы тұрымын. Утыры ғуын тұрымын. Бұ білігін жүй. Аға, бұ білігін жүй. Ғовай, онтан білі кейі үлетігер арағаны настроениялақ келер, ғылайын келер тұғыра, ұрақан түйіне асып болуын сапасы да түйен. Мен ғана бар, кейі бұрт мұндан келекті үлетелді. То есть, то, что там было, онна қалар бұл. Онна қалар. Үлі аружаты настройдақ, то есть, онтан бұрты күнін құттақ, әлбі қатчы, әлбі жон. Жон настроениетін күтіғой, ұнас астаңын. Онтан білі кергенін хамы яқы хөбілен аға астыр, аға, кені хамы хөбілер аға тұғы. Тұғы астан, үйерде ғанды. Анар қомайын ғыджар, онын тұғы астан үйерде әтшігін. Балық. Балық та? Балық хөбілер. Дәрі қайда астығыды жарылығы тұғы, ұғы бұғарағы тұғы білі, хебе хейді? Бі бартынан. Помощь, жарить дивитаны, угол гравитаны, выбегая гелый горбор, потом сливочный соус вечером, гарнир, да, рис, да. Вот он гатар, он алыкын, да? Меха, мен чехен это, инрик варахан эфир болуларар, куртағам тэгэ эхиллер дэ эхиллевэ, то аз тугын атын истестемен барошта ачықты олар, меха. Ого, вот где так. На, того галбутын где-то делалу. Где-то где? Вот это было биеха. Чаныске было. Чаныске, от души туга растыра вола уолбут. Да, ага. Ого, вот где, ого. У тебя, у сана аса стырден, это туспа искусства была. Туспа искусства, ага. Кырдык хаяттағын бәрді. Ки визуализация лырмын. Терекке ураған, он аз ахын төбе ғар бар бұт оқ бұт ұрағын. Терекке аң көрі оң хайда ураргын, например. Хайда как можно его маннык украсить. Он түн білеген, хэм бір, бұ данное время бұ яға минимализм ден болу тұрды. То есть, раньше хайда әте барты листе салата, там соус, үддер соус. Білеген, маны бір әт, бір соус, он бітті бір аң. Люди довольны, то есть людям нравится. Блин, минимализм, ага, это дорогой хостык. Дорогой хостык. Урод, наоборот, блин, больше каких-то тот день, эльбе гоу урод, и лабартит там, то есть, типа. А это уже некрасиво, блин, не временно. Блин, это уларенер, ба, кем керди уларенер. А на сублях, который агай сыл нам бартит, он на котенен халых, бы. Кем билет? Аль корде тохте ханыгын хахавут хиригер кахана вит Мишлен. Тағым наға ресторан. Келе дейгені, келе дейгені ұнаға. Әді бет наға шөйді бұл асып жүрді ұнаға. Тоғы дейтер, дейгаға бөтірі, то есть бұл атын дойдылырғықты қолуан күрдіңін, әмі жоқ разитай дойды бігені. Айдылақ. Айдылақ. Бігеға именно әйті сервис әттігерігін бігені үшіе біт, то есть бұл. Например, мен путешествуйдан кәлбетем, қасты дойдыларға оларын кәлбет. Кәпсетей бүті әйтауытта, қантан ғыджаған әлкөр? Мен ғынтарды ғыджаған. Да? ғынтар.
Унтар. Эй, Олинда. Эй. Унтар. Унтар. Энди, да че? Кергенна. Тогда гордохунен биеха сервис. Сервис пит, биен еще и крутой. Бие, тебе дарим до астутно лети. Эти бартанача астарин, Олин, дьявеливит. О, мой, Алькор, барга махтал керенкер севиккер. Ол сентрихене те мейхати иси хиттен бартын билерге. Онатын эйха бу улегар үрдіктер дүксетихилер. Эссе мин әлбәк миндегес ағы. Эссе әлбәк сылығар астырга, сливашный соустах, нахачу еңи. Онна... Онатын ахатаргынан ұнума? Ұнуақпын. Онна меню ұгар нахачуға ханға білуделері. Аха. Онна тоға бәйәд мишлен тағымнағы бігеға кәлі Агаленки. Бейер, он и Мишлен повара не имеет варбата, багар он болонге. Он, багаханаган, меджи джагарет, он на ханавит. Да, спасибо. Регарте, сути гуль, бу иделях браханникенен, он это аскану умнума. Бехил читан аста Алькор Иванов, доктор. Зара доктор бигин биги бувон деген бири битигер олсин тирехине темене кемсиде хажо бига ас темета була турар деп она бурошта ачыктан еде эрген өт онотып бу ас теметер кирер эп боллакына бига бу ас миннеге хэ эреден болбакка ол кайттык сөпкө нучылы тэха подачалымыда сервировката ихиты хомуха этеме олуус тен элбэк оролу онюр бэтта зоя ол тухунан биге билеген биге ылчыттар бэт кэпсэн ахыхтара доктор. Нахачуга иди билеген қазбирді қахайка экран чугахтах, то водите кнеджа, бубраника, хайда устол киргетер тугуна, если ты видишь, он курдук бихеха, гаджеты, келли леджа кускай дара, технологический техникум, производственный мастера Екатерина Александровна Латышева, доксуна тугуна. Он келли некоторые джа кускай дара, технологический техникум, из курсу на студиона Дмитрий Слепцов. Добрый вечер, дорогие гости, добрый вечер. Сейчас мы будем немножко говорить на русском, потому что наши дорогие гости русскоязычные. Да. Во-первых, поздравляем с праздником. Сегодня день вот повара, вы тоже кондитера, да, вы разбираетесь тоже вот в готовке и еще, конечно же, в сервировке стола. Пожалуйста, расскажите про себя чуть-чуть. Меня зовут Латышева Екатерина Александровна. Я мастер производственного обучения по ресторанному сервису. Также я являюсь участницей сборной России, тоже по ресторанному сервису, по чемпионату Обилимпикс. Сборная Россия, супер круто. Молодой человек. Меня зовут Слепцов Дмитрий. Я ученик поварского дела. Я тоже ГИТТС, да, но участвовал еще в ресторанном сервисе. По поварскому делу тоже участвовал, получал призовые места. Ага. Вот Екатерина Александровна тоже наш преподаватель, очень хорошую практику дает. Является участником чемпионата профессионала, занял первое место по республике. Победитель! Спасибо. Дмитрий Слепцов, победитель республиканского конкурса. Запомните его лицо. На уровне республики, да? Да, это круто. Так давайте расскажем, да, вообще сервировка стола, как она должна быть вообще? Самые базовые правила, которые должна знать каждая, наверное, хозяйка, которая старается угодить своим гостям, которая красиво хочет встретить, да, своих гостей. И вот наша страна, да, мы любим праздники, торжества. Мне кажется, у нас очень много праздников, да, и мы, конечно, любим собирать всех гостей, друзей и красиво, как нам сервировать стол. Ну, вообще, каждая уважаемая себя хозяйка, она должна всегда, то есть у нее должны быть необходимые приборы. То есть закусочные вилки, основные вилки для основных блюд, да, десертные, также бокалы разных размеров, да, фужеры для красного вина, для белого вина. Так различаются, да? Да, обязательно, да. То есть, вот, допустим, бокалы у нас сейчас стоят для фужер, ну, он идет в основном для воды, для безалкогольные напитки и для красного вина. Оно обычно у нас подается при основном блюде, когда, допустим, мясо. Если бы белое вино, то при рыба.
подходит сочетание. Так, у нас души, да, столько приборов. Да. Екатерина, и вот я где-то в фильме, да, по-моему, красотка видела, вот она не знает, и вот такое светское общество, такое вот хорошее мероприятие, и она сказала, да, вот как мне вообще быть, да, на этом вечере, и сказали, что вот так... с краю начинаем и чуть-чуть подходим вот к самому, самой тарелке, блюду. Да, ага. Блюду. Это правильно, да? Да, верно? Все верно. То есть закусочные у нас сначала идут по бокам, да? То есть сначала у нас обычно подается закуска, это мясная нарезка, либо рыбная нарезка, салаты, да? И сначала едят салаты, да, там мясную тарелку, и потом уже эти приборы убираются. То есть крайние приборы убираются, и уже ближние. Ближние – это уже основные идут, то есть горячие. И вот размеры приборов тоже зависят, да, от блюда. Например, нарезки мясные, да, рыбные, они ведь мелко нарезаны, да? И нужно, чтобы прибор тоже был сочетабельный, чтобы на вилку тоже можно было удобно насадить то или иное блюдо. Тоже различаются. Конечно, да. Обязательно. Вот по размеру, да, получается, основные, они уже побольше у нас идут, нож и вилка, да. Ну, и также, конечно, тарелки тоже меняются. Вот сейчас у нас тут закусочная тарелка. Вот маленькая, да? Вот это, размер. Нет, вот это вот еще для хлеба пирожковая, да. А вот закусочная. То есть салфетку ложат на ноги. И уже приступают к еде, к трапезе, да. Салфетка пользуется как обычная салфетка бумажная, да, но тканевая, она, можно губы промочить, руки вытереть, еще можно разговаривать, Екатерина Александровна рассказывала. Можно положить салфетку на стол, например, да, и тогда обслуживающий персонал или хозяин дома поймет то, что вы вернетесь. Отошли ненадолго, да, значит. Если, например, положили на стол, правильно, тогда вы уже говорите: хорошего вечера, спасибо за прием. То есть это уже гость уходит. Да, тогда все равно есть обслуживающий персонал. Ой, Дмитрий, у нас так хорошо, красиво одет. Давайте представим, что должен у нас гость, клиент. Гость, да, гость ресторана Мишленовского. Вот сразу видно профессионал. Я помогу молодому человеку. Вот так надо, да? А то обычно я не умею. Вот так надо, как делать. Едят, например, когда руками едят, или суп, тогда чтобы дорогой костюм. Костюм уберечь, а когда обычный прием, то можно на колени, да, я сразу предложу молодому человеку сразу воды обязательно, да? В первую очередь. Ага, могу узнать предпочтение напитков, да? Если, например, молодой человек закажет рыбу, я ему предложу обязательно белое сухое вино какое-нибудь, а если жеребячину, да, хорошую, тогда красное вино тоже сухое, отлично подойдет. Хорошо, давайте так. Так, а почему у меня вот ножи справа? Почему вилки слева? Для удобства. Чтобы ведущая рука, да, говорят. Ведущая обычно правая, резала, поэтому и режется. Неудобно же ножом левой вот рукой. Так. Левой рукой. Левой. Левой. Да. Поэтому. А потом вот эти, почему две вилки, два ножа? Ну, сначала я бы предложил, например, индигирку, да, молодому человеку. Поднес бы с правой стороны, положил бы ей. А потом уже после этого я бы забрал с левой стороны тарелку. И подал бы уже другое блюдо, жеребячину. И к этому блюду бы уже подал другое вино, к примеру. То есть сначала вы закуску едите вот этими ножами, ножом и вот той вилкой. Положите приборы в тарелку, иди. Вот, например, такое положение говорит официанту, то, что я еще не доел. Не доел, окей. Сведите вилку к ножу. А, вот, вот так. Нет, поближе к вилку. Параллельно, чтобы было. Вот. Теперь, когда параллельно будет... Вот так? Ты, значит, говорите официанту, я доел, заберите, пожалуйста, тарелку. Тогда ему будет понятнее. Я закончил. А если понравился или не понравился? Это понравилось, вот так, да, оставляют. А если не понравилось, то острие к себе поворачивают. Вот так. Все, да? И тогда официант обращается не к гостю, а к хозяину. Можете сказать, Екатерина Александровна, гостю, вот, например, индигирка, да, показалась второго курса, да, второго вкуса. И он тогда спросит у... гостя своего. Напрямую контакт нельзя иметь, на самом деле. Все через организатора. Обычно же говорят, это когда банкетное обслуживание. Когда банкетное обслуживание. А вот банкетное обслуживание тоже там, наверное, нюансы. Очень много гостей. Есть три вида сервиса. Есть русский сервис, когда все салаты, кому любим, да, на столах стоят. Есть русский – это метод обслуживания. Метод обслуживания. Русский, когда мы ставим все блюда на стол. Да. Там то есть все, салаты, все сразу. Как мы любим якутский, да, у нас все сразу на стол. А есть французский метод, да? Еще называется silver service. Silver service. Когда, например,
у официанта большой поднос с едой, он подходит с левой стороны, открытая сторона, где, и предлагает, может, вам куриную грудку, да, или мясо жеребятины. С подноса подает. Почему его нету здесь? По-настоящему. Почему ничего нет, да? Потом есть стиль сервиса гвиридон, то есть у меня будет отдельный стол для официанта, и, может быть, я мясо разделаю, да, или торт, например. На отдельные открыть куски. Вино там. Да, тоже. Открыть шампанское. Когда мы готовились к соревнованиям, мы использовали декантеры, свечки, чтобы отделить вино от осадка, например. Тоже должно иметь все официант. Это у нас вот все обучают технику. Обычно проводится, вот, когда чемпионаты, перед чемпионатом подготовка, и прям все нюансы, все, вплоть до походки мы все изучаем. Как правильно должен держать осанку, как правильно подать, с какой стороны. И вот обычно у нас, да, вот такое то, что открытое, то есть официант на подсобном столе либо декантацию вина производит, либо шампанское открывает. И при этом он, да, разговаривает, общается с гостями обязательно. Также, если есть какие-то блюда, ему полностью блюдо ложат на стол, и он уже по порциям у себя на столе делит, ну, допустим, на два человека, да, и потом подает уже. Персональные блюда. И рассказывает про это блюдо. Какие-то интересные факты, какие-то интересные вкусовые, может, у него есть. Это вот тоже на баллы влияет, на, ну, как себя показывает молодой человек, да, или девушка при обслуживании. Ну, очень сложная профессия, очень. Да, работать с людьми. Вот кто-то может быть недоволен. Да. А если вот такая ситуация, мне вот это не понравилось, и вот, хочет учинить скандал, ну, как тогда, да, что-то разбил даже в порыве ярости, да? Это, да, как вы выйдете из ситуации по-профессиональному? Ну, по моей практике, да, мы сразу, во-первых, обязательно спокойным тоном всегда разговариваем, да, с гостем. Тогда он понимает то, что мы сами не идем, да, напрямую, а так пытаемся обходить. Вежливо. Конечно, обязательно вежливо. И нужно входить в ситуацию, да, нужно думать, что могло привести к этому, да, чтобы я хотел получить на его месте. Комплимент, например, да, если вина, например, действительно, да, ресторана. А так в большинстве случаев всегда гости довольны. А так вот мы слушаем вас, и прям сразу слышно, видно, что вы профессионалы, да, такой высокий уровень, что все знаете. А вот как думаете, как считаете, в якутском сервисе, да, в ресторанном бизнесе, чего, может, не хватает, чтобы добавить? Именно сервиса. Да. Именно обслуживание, именно, да, официантами. Да. Да, потому что, ну, это очень большую роль играет. В основном все зависит от наших официантов, от наших барменов, как они общаются, как они, ну, вот именно свои правила этикета у официанта тоже есть. А, вот лично я знаю очень мало только ресторанов, да, у нас в городе, где вот прям на хорошем уровне обслуживают. Культура обслуживания, да? Да, именно культура обслуживания, как расскажут, да, подадут и так далее. Тогда получается главная ошибка почти у всех, да? Да. Ну, у меня вкусное блюдо, и все, люди придут. А вот на обслуживание они мало уделяют времени, да? Получается, все зависит от обслуживания. Дома, да? Вот когда домой пришел, устал, и тоже вот соблюдаешь эти правила? Или вот, например, вилка вот так лежит. Ну вот зачем мы так сервируем, да? Чтобы показать статусное событие. Тогда, когда сервируем, гость приходит, сразу понимает, будет вкусно, будет весело. Вот. Это тоже большую часть влияет, конечно. Ну, а дома? Дома? Нужно как дома. Дома как дома. Уютно. Конечно. Чтобы комфортно. Это же как уважение, где? К приходящему гостю показывается. Очень интересно было. Мне очень интересно. Мне кажется, наши дорогие хозяюшки для себя очень много узнали. И хозяева. Хозяева, да. Есть такие мужчины, которые вообще прям очень хорошо сервируют и очень вкусно готовят. Хорошо принимают гостей. Да. Екатерина Александровна и Дмитрий Слепцов, спасибо вам за то, что вы пришли и рассказали нам вот такие прекрасные вообще моменты. Желаю спасибо. Вам успехов. Спасибо большое. Болгою тохто бол. Yeah.
Владислав Абрамов, культура, уна искусство, архитектура, государственный институт, он тердис курган устюжана. Владислав Абрамов, полус ичиге идеке ян аттах соллах револем беде. Бу рату на карте капсера не сасолок мурту гендик. Идеке ден, ям таптала та волар, булрин ям тюрявик книгер. Подарок. Ага. Махтана будет, если рех петитен келен гаджитавкар, а яр тутар улягар, сети хилер багара утти. Ага, это стена. А таре каинг доктор, он там бихиги билигин, бу студия бутыгар, салги бихиги, гаджитар бутын. Керсеби доктор, ол курдыг дезал сунда, на керсе хоин культуру на искусство артика так, удар сына институты режиссер салаты гарвиере на салдар тердюс курсун у студиона Байбелек Мангуш. Ага. Кирев. Опа! Байбелек, здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер. Добрый. Угу. Присаживайтесь. Угу. Дера, ага, он и... Да, можно, да, можно садиться. Ага. Расскажите, пожалуйста, о себе. Кратко. Откуда? Я из Тувы. Тувы? Ага. Я учусь в АИКИ, Арктическом государственном институте культуры и искусств. Ага. Режиссер-постановщик. Режиссер-постановщик? Ага. А почему именно к нам, вот, в республику? Ну, здесь... уже бывали ранее? Был набор актерское искусство, но я туда не попал, поэтому я другой направленность выбрал. И вот. Вы целенаправленно тогда прилетели, поступили. Да? Поступили. Да, можно так сказать. И тогда, получается, уже четвертый год учитесь в Якутске. Да. По-якутски чуть-чуть понимаете? Базовые слова знаю. Например? Бартуркель. Бартуркель, да? Ну все, можем уже на якутском разговаривать, да? Четвертый год уже у нас. Как вам вообще? Привыкли к зиме? Скоро зима. Ну, у нас тоже там есть холода, и такого отличия нету. Вот. И, Байбелек, мы сегодня поговорили о еде. У вас какая кухня? Похожая, да, на якутскую? И ваши самые любимые блюда? Любите ли вы готовить? Да, ну, люблю готовить, но в основном национальные блюда. В основном еда и молоко. Типа связан. Они похожи же, да, якутские? Не очень же сильно отличаются. Да. Не очень отличаются. Ага, сейчас мы посмотрим на экране. А вот какие блюда самые любимые? Самые любимые это изахан называется. Это чисто мясо баранины. Без ничего, просто мясо баранины. Да. Вот. А вот вы сейчас учитесь на режиссера, да, тогда? А вообще, можете рассказать, почему именно режиссер? И вы, значит, как-то связан с театром?
Наверное, и у вас, наверное, есть уже постановки какие-то режиссерские свои, авторские. Можете рассказать про учебу и вообще про эту профессию режиссера? Как я раньше говорил, я чисто, как говорится, я поступал на актерское, а потом мне позвонили, и я поступил на режиссуру. И потом поначалу я вообще не вникал. Я где попал, куда попал, ну, чутка посмотрел, потом уже начал усваивать. И у нас с первого курса начинаются постановки, чисто экзаменационные. И вот каждый постановок, ну, вот так. Выставы, да, вот, значит, у вас есть вот пение, горловое пение, да? Да, есть. А можете очень популярное, да, они? Продемонстрировать, пожалуйста. Круто, да? Все круто. Как будто на каком-то инструменте прям играет, да? А не на горле, да? Вау, прям очень классно. И мы вот хотели поговорить про тувинскую кухню. Сейчас вот наконец-то вот видны нашим зрителям, да, и нам вот фотографии из тувинской кухни. Вот, например, сразу вопрос к Байбелеку. Что тут есть? Знакомые блюда? Да, знакомые. Это как называется? Есть блюдо талган называется. Это чисто делается из пшены. Потом сютуша, это чай с молоком, солью именно. Вот это талган. Сверху это масло национальное. Саржак называется. И пшено. Ага. Пшено и масло. Переделанные. Так, а тут? Вот там хан. Хан? У вас тоже так называется? Хан мы тоже любим. И курдюк есть. И, ну, в основном там хан. По-разному. А конину вы едите? Конечно, мы едим конину. Конина, да? Вообще. Классно. Чуть-чуть, я аж проголодался сегодня весь эфир. Да. Чай с молоком тоже пьете? Чай с молоком, с солью. Солью? Ага. А как на вкус? Соленая. Ну, соль и соль. Такой чай в Монголии тоже есть же, да? Да, есть. С солью. У всех. Да, есть. У нас нет же соли. Соли мы же не пьем. Только у нас чай с молоком. А вот после окончания учебы что планируете? Ну, пока что у меня конкретных планов нету, но собираюсь у себя там порежиссировать, типа такого. Ага. И там уже будешь ставить спектакли или будешь работать по специальности, да? Да, по специальности буду работать. Они уже ждут там? Звонят? Ну да. А сейчас уже в общежитии живешь? Да, в общежитии. Уже друзья якутские есть? Ну, много. Много, да? Ну, все, наверное. Еще есть вот в Агике тувинцы? Да, есть актеры. Два актера есть. Они сейчас тоже репетируют. Два актера у нас. В начале было у нас пятеро. Два, как, ну, семейным обстоятельствам. Как-то не доучились, ушли. Мы втроем остались только. Два актера. По дому скучаете, да? Ну, сейчас нет. Сейчас уже нет. А как тебе вот якутские девушки? Девушки. Ну, нормально, да? Есть подружка?
Звучался. Гость. И не было че, а ра каркарты как в гостей, то каркарты уровали им было. А вот сложно вообще профессия режиссера, как ну в учебе именно. По мне, по моему опыту сложно. Ну там придется читать, изучать. Да много читать надо. Много читать надо и весь материал должен усваивать типа такого. Очень сложно, это режиссер. Режиссер и дети ену лустены раханки, демин бэм билевин, актер гиверин на гамде. Олихин режиссер ден, олух хамы-хамы рахан и дети ханы. И мы хотим попросить, да, Байбелека на своем родном тувинском языке пожелание нашим телезрителям. Хинделик. Саха, чон. Аз кежікті бұрынға жәдішкенеріні әп найыр алды. Сәткілің ханысындан, тұва жоның мұрындан түзедім. Как будто поняли, да? И по-быстрому перевод. Что, если вкратце, пожелал? Пожелал, чтобы были дружно и шли вперед. И, ну, чтобы были все здоровыми. Спасибо, спасибо тебе. Спасибо большое. Оны күнді көрәтшілерді бүгін олыс интерегіней бері бол бұта болуден әрені қалы бұл. Үрі тойық жарғыстақ, үйірі көті, этикет тағаны, сервировка да туғынан көпсетті бейді, оныртан арас молекулярный ағыды да көрді бейді. Көрсе қадерді отыр, әтенге болуын, бақалыры наныңыз күгеді. Бігінің үтті бірге болуын. Синий кистен, кельбекит.